Жили у бабуси два веселых гуся. Вот они, цыплятки. С бешеными мамашами и папашами. Которые на всех шипят, сволочи такие. Вот, шипящая хрень. Мелкие топчутся. Чё-то там жрут, чё-то нашли. Эй, цыпа, цыпа, цыпа. Мамашка охранник. Папашка чешет. Вон еще один. Контролер. Это не гуси, это какие-то собаки, полканы, которые защищают своих щенков. Если подойти поближе, будет очень весело. В принципе, тут уже слышно, как они шипят. Важная башка. Почесали. Так что гуси под контролем. Тут все схвачено, никто не подойдет.